Соревнования прошли под руководством Федерации гиревого спорта Сочи, Комитета национальных и неолимпийских видов спорта России, а также при поддержке Департамента физкультуры и спорта администрации курорта. За Кубок Сочи среди мужчин в двоеборье и женщин в рывке соревновались как взрослые спортсмены, так и подрастающее поколение Адлерского, Хостинского, Центрального и Лазаревского районов. Первое место в командном зачете завоевала команда Адлера. Ее участники нередко выезжали на краевые состязания. Вторым стал Центральный район, его представляли студенты Сочинского колледжа поликультурного образования. И третье место у Лазаревского района.